После крепкого рукопожатия сразу к обсуждению важных вопросов. Рассмотреть Когалым как потенциальный объект для развития внутреннего туризма – цель визита делегации из Тюмени. Северный город имеет хороший потенциал для приема гостей, отметили парламентарии. Подтверждает это и официальная статистика. Только в прошлом году жемчужину Западной Сибири посетило 21 тысячу приезжих. Десятки новых социально значимых объектов, которые были возведены в том числе при поддержке компании «Лукойл», сегодня стали центрами притяжения жителей разных уголков страны, которым, кстати, всегда будет где разместиться. Строители приступили к возведению нового гостиничного комплекса. Потенциал есть, мы в этом направлении будем очень стараться развиваться. Вот, мы видим, что это для нашего города необходимо. Вот, у нас на сегодняшний день уже разработан туристический бренд города Когалыма, у нас разработаны туристические маршруты для разных групп людей, то есть это может быть семейный, это может быть детский, это может быть взрослый. Уже в эту пятницу в Думском зале городской администрации состоится встреча с представителями бизнес-сообществ Югры. Участники за круглым столом обсудят варианты расширения внутреннего туристического бизнеса.